А в чем произошли-то вот в этом голевом моменте? Я не знаю, надо посмотреть запись, как бы я, честно говоря, был на вбрасывании, и так быстро все случилось. Не могу сейчас объяснить, что произошло. Станет для вас серьезным ударом, все-таки и овертайм, и вот? Я не думаю, потому что все настраивались на долгую борьбу, и это все только началось. По большому счету никто ничего особо не сделал, поэтому я думаю, что все будут готовиться дальше и стараться избежать ошибок. Что обращали внимание в подготовке к этой игре, учитывая для прошедшего? Никаких изменений, все было по плану. То, что завтра уже предстоит, следующий матч пройдет, насколько вообще психологически все-таки мы вертолет проиграли? Они в такой же ситуации, как и мы, они тоже будут завтра играть. Мы все-таки проиграли психологически, наверное, две равные игры. Ну, что сделаешь? Алекс, да, на удивление открыто получилось, чем? Не знаю. Ты закончишь? Я уверен, что никто об этом не думал. Алекс, трибун показал, что третий период физически очень команде дался тяжело. Да нет, в общем, я бы не сказал. Может быть, немножко где-то чуть-чуть не повезло, где-то шайба отскакивала, не совсем нам удобно, может быть, из-за этого. Друзья, еще два вопроса и следующий собеседник. Если вопросов нет, то спасибо, Олег. Последний вопрос. Не считаете, что все-таки с этого раунда должны через мои деньги проводить? Я даже не знаю, что надо сказать, честно говоря. Ну вот не знаю. Я не знаю, как к этому отнесутся все остальные, поэтому я оставлю это мнение при себе.